Просто если ты знаешь, Милочка, уже давным-давно не было видео. Ты, я надеюсь, это помнишь, да? Во-первых, наконец-то ты начала снимать, а во-вторых, где ты была? Да, может, ты наконец-то расскажешь нам и подписчикам? Да, мои дорогие подписчики. Сегодня я снимаю Аск, но не одна, а со своей Сакурой и со своей... После видео скажу. Ну, то есть, в конце видео скажу, кто стоял вон там, вон там. Ну, если что, я вам сейчас все расскажу, почему, во-первых, не было так долго видео, ну и почему не было меня. Вы не думайте, что я там ленивая жопа и все такое. Просто, когда я выложила «Ангел или демон», я пошла сразу на каникулы бабушке. А у бабушки там как бы компьютер, конечно, есть. Но про канал на ее компьютере вы еще не знаете. Я, конечно, скину на него ссылку, чтобы вы знали, если я не снимаю видео, то либо я у бабушки, либо я не знаю, что со мной случилось. Вот. Чтобы вы лишний раз зашли на него и посмотрели, может, я там уже видео снимаю. То есть, когда я у бабушки, я могу снимать видео у нее. Правда, у нее там нету, что ли, приложения для обработки, поэтому голос у меня не обрабатывается, как в этих видео. Ну вот. Я все. Ты серьезно? Почему ты нам раньше не сказал? Как бы да, мы тебя все ждали. Думали, ты уже канал забросить собиралась. Ну простите меня, простите. Ладно, ладно. Ну смотри, это только на первый раз. Давайте же начнем Аск. Но перед началом Аска я хочу вам сказать, что комментарии в видео я еще вставлять не научилась. Да, ну такой вот я дебил. А в приложении, в котором можно вставлять, я туплю. Вот. Ну ладно, давайте начнем. Давайте же будем читать комментарии. Сколько тебе лет? Ну, в принципе, сейчас мне только 11. Ну, вот такая вот я малолетка. Сколько бы ты хотела подписчиков? Знаете, пока что 500 только. Какой твой любимый фрукт? Яблоко. Есть ли у тебя животное? Если есть, то какое? Есть у меня кот. Его зовут Персик. Он просто слишком рыжий. Вот. Дальше. Будет ли перенабор в команду? Планировала сделать. Есть ли у тебя группа ВК? Да, кстати, ребят, хотела с вами про это говорить. Группа ВК у меня есть, но... Я вам про нее еще не говорила, поэтому она не очень хорошо развивается. Пока что там только 4, как бы, участника. Поэтому я, конечно же, оставлю ссылку в описании. Кто, конечно же, захочет зайти. Вот. А так-то она есть. Следующий вопрос, кстати, от этой же девухи. Почему ты не оставляешь ссылки к своему ВК? Не привыкла? А так-то буду сегодня, к примеру. Ну вот. Ну это все, удачного тебе дня. И тебе. Вопросы от Мисс Смейл. Кто из основных персонажей My Little Pony тебе нравится? Ну, если честно, я не знаю. Мне нравятся Флаттершай и Рейнбоу Дэш, а так-то, не знаю. А ты шипер? Немного есть. А знаешь Гравити Фолз? Я его обожаю. Ай-яй. Любишь поспать? Ну, когда устану, это, конечно же, да. Ну, а так-то, не знаю, да, все равно люблю. Гоу, есть печень. Какие? Пока что это все. У Мисс Смейл. Вопросы от Тани Киньязовой. Ты демон? Иногда превращаешься, так-то можно сказать, в скобочках да и в скобочках нет. Любишь есть печеньки? Знаете, ребят, я печеньки не очень люблю, как некоторые ютуберы. Я люблю шоколадки. Ты что, наркоман? Нет. Дальше комментарий от моей сестры. Когда Аск? Ну, минут через 20, наверное. Еще один вопрос. Даваешь меня в Аск? Да. Я не понимаю, она что, экстрасенс, что ли? Написала. Твой ты зелеными глазами. Я сказала, что в конце видео. Ну, просто она об этом знает. Хотела, чтобы я, наверное, типа вам сейчас сказала. И еще она написала печеньки. Ура! Ну, ура, ура. А мне шоколадки, ура. А сейчас давайте я вам скажу, кто это был с зелеными глазами. И, кстати, уже Аск кончает. Потому что, к сожалению, уже вопросов нет. Опс. Моя сестра в последний момент успела написать мне. Пока всем подписчикам. Ну да, пока. Спасибо, сестра. А это, кстати, ее новая ось была. Да-д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 а. Серьезно. А почему вы мне не сказали? Я все-таки, как я слышала, как бы твой сенпай. Прости, Сакура, но в группе ты сама все поймешь, что я уже не твой сенпай. Ты что, не охренела сейчас мне писать комментарии, сестра? Чего ты мне задолбала писать комментарии, когда я уже начала аскаться? Почему ты не написала это раньше? Я не понимаю, почему. Ну ладно. Она написала ура, я так и знала. Откуда ты это узнала? Говори! Ну ладно, всем пока. Всем пока. Всем пока. И да, я не навсегда. Просто я не знаю, какой у нее у вас выбрать. Поэтому пока что на первое время такая. Вот.